Здесь немножко на каточке есть. Да, да, вот они все. Тоже не выстоит такой мороз. Бедные. Приходится стоять, торговать. Непонятно чем. Ой, что есть, да? Ну что надо? Не знаю, моя мама отнесла там возле. На, как скажи, на Алёшине, на Алёшине. Что за там женщины стоят? Возле поликлиники. Возле больницы, возле поликлиники, так вдоль дороги стоят. По той дорожке, где Союз. Тоже поотносила там вещи. Женщина, ну одной, наверное, женщина отнесла. Женщина такая довольная. Мама пришла и говорит, возьмете? Она говорит, ну если купить, то нет. Если купить, я же не покупаю. Да? Мама говорит, да нет, я даром отдам. Только заберите, продайте, может себе какую-то копейку наторгуете. И вот летом ходила, носила, когда меня не было. И осенью тоже там поотносила. Я говорю, все, я ей говорю, иди выкинь на мусорку. Там кому надо, подберут. Ну, естественно, там поотносила на мусорку, но такие более не менее хорошие вещи она все-таки решила отдать. Сделать доброе дело. Ну и то хорошо. Кто-то себе копеечку может. Ну, те же 20-30 там уже. Такую цену поставят. Такую. За что продадут, то и будут иметь. А, и вот так, короче. В общем, помогаем. Как можем, помогаем. Тоже. Вот так. Что делать? Больше людей, правильно, с утра. Ой, какая лужа. Так. Пройти. Ох. А, так. Вот это мне не включу, не надо. Нет, друго. Так, это еще более-менее. Дешево. Что, ну то пальто продадут за 100 лей или за 50, тоже не. Кто нуждается, правильно? Никто же даром ничего не дает. Все, всем хорошего дня. Очень здоровья.